дают. А, базаройки. Ну, вы же главный инженер здесь. Можете рассказать? Не, вы же директор базы, правильно ведь? Директор базы или старший инженер. Можете рассказать, почему ваш коллектив, вот, допустим, отказывается от работы, не получает для техники запчастей необходимых? Это же не просто так, наверное. Вы же знали, наверное, обо всем этом? Нет, не знал. Не знали? А как вы руководите тогда этой базой? Я не руководитель. Ну вы же главный инженер, это значит вы главный здесь. Базарбеки, зачем бежать? Можете просто рассказать, что случилось? Ничего не случилось. Ну как нету? Здесь около 200 человек стоит, не работают. А, базарбеки?